Варшава предупредила Евросоюз, что заблокирует решение о санкциях против Венгрии, применив право вето. Это официальное заявление МИД Польши. Накануне ЕС одобрил резолюцию, в котором говорится о нарушении Венгрии прав и свобод граждан. Это открыло юридическую дорогу для принятия санкций против страны, а также лишение ее права голоса в Совете ЕС. Противоречия между ЕС и Будапештом возникли после того, как страна, в частности, приняла ряд жестких ограничений против допуска на свою территорию мигрантов.